В составе баскетбольной команды «Одесса» появится третий легионер. Компанию Дилейни Блейлоку и Рамелу Брауна составит 30-летний американский Дюк Монди. Баскетболист выступал за ГТК Гливице польской баскетбольной лиги, а также играл в команде Оклендского университета, где был первым в одном из дивизионов Национальной студенческой спортивной ассоциации по количеству перехватов за игру, в среднем больше трех. В сезоне 19-20 Дюк провел 20 матчей за ГТК Гливице, в среднем набирая 12 очков, 3 подбора и 6 передач за игру. Опытный баскетболист успел поиграть в чемпионатах Канады, Люксембурга и Мексики. Баскетбольная команда «Одесса» нуждается в качественном усилении, поскольку ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф украинской баскетбольной суперлиги. Напомню, в 6 последних матчах в активе одесской команды лишь одна победа.